безопасности. Что вы можете об этом сказать? Я читал концепцию общественной безопасности, я считаю ее нужной, важной и полезной. Никакого вреда от ее изучения я не вижу. Единственное, что меня в ней смущает, это некоторые высказывания отрицательные в адрес христианской религии. Вот меня, как православного, это задевает, я не очень понимаю, зачем это нужно. То есть, если бы вот оттуда удалить все это, на мой взгляд, концепция бы только выиграла. Николай Викторович, ваше отношение к ОПДОТу? Традиционный вопрос, который задают мне всегда. Ответ у меня тоже одинаковый. Не изучал и не планирую. Следующий вопрос, пожалуйста.